Идем. Да, смотри там, да. Чтобы аккуратно тоже ни на кого не наскочить. Следи, Женя. Да. Видишь, древние православные святыни. Старообрядческая. Стол. А? Аккуратно. Вот видишь, Лиза Надневская. По икону 1480 года, крещение, 1480 год, крещение вот недавно праздновали, я знаю, вы тоже в прорубь окунаетесь, 1480 год, грунт уже по полям окаменел, превратился в камень, примечательно очень, что она легкая, вы чувствуете в руках, прям легенько, пушинка, да, вот одна из характерных черт, икон 15 века. Это вот, например, икона поставщика двора его императорского величества Смирнов. Лучший эмальер по серебру, лучшая техника эмали. На сегодняшний день относится к самым уникальным произведениям эмали. А внизу Троица 16 века икона. Можно сказать, что как символизирует все фракции. Что здесь у нас? А мы художники. Вот наша выставка, да? Алнирова пришла. Да. Русская икона. Это ковш Фаберже. Ковш Фаберже. Началось. Жалованный. Здесь вот стоят клейма Фаберже. Герб, символизирующий, что он был поставщик двора его императорского величества. Произведен в период с 1899 по 1908 год. Я хотел просить сказать слово Владимиру Вольфовичу Жириновскому, руководителю фракции ЛДПР в Государственной Думе. Прошу вас, Владимир Владимирович. Да. Очень нам всем приятно осознавать, что уже не первый раз здесь проходит выставка древних икон православных и современные произведения искусства, посвященные нашему православию, русской церкви. Мы еще в 1994 году, по-моему, собрались в Кремле подписать какой-то акт исторического примирения, но не все согласились. Поэтому можно на словах призывать, но когда приглашают к столу, и не все приходят и не подписывают, и ЛДПР предложила такой акт. На Госсовете мы раздали экземпляр, здесь в Думе. Пока никто не хочет, пока не получается. У нас вот крещенские были праздники. Но, наверное, крещение — это не только опускаться в прорубь, это обряд крещения, чтобы люди были крещеные. Но вот я, наверное, единственный в Думе и крещенный, и венчанный. Это не обязательно, каждый сам вправе. Что вы смеетесь? Над чем? Правильно все. Вы над чем смеетесь? Крещенный и венчанный. И что ну, это смех? Владимир Иванович, не один. У нас много таких. Ну, ради Бога, идите, повесьте себе табличку и ходите с ней. Только надо об этом говорить. И когда это делают? Сперва разрушаем церкви, уничтожаем священников, а потом бегут ставить свечки и объявлять о том, что они крещены. А вот в Бутово мы воздвигли храм на месте, где были уничтожены. Так сказать. Надо смотреть, кто с какой стороны. Кто разрушает храм, кто их воздвигает. Вот. Поэтому здесь это имеет все значение. В нашей стране трагическая история именно в отношении церкви. Нигде никогда такого урона не понесла ничья религия. Опять сегодня у нас большие гонения на христиан на Ближнем Востоке. Единственная фракция, которая выступила с предложением принять постановление Госдумы, ЛДПР, Госдума не поддержала. А американцы поддержали. Мы что боимся встать на защиту христиан? Даже сегодня еще боимся.
христиан, которых убивают, уничтожают на Ближнем Востоке. Поэтому это очень важно, вот такие, так сказать, выставки. И в свое время в наших школах преподавали закон Божий. Сейчас есть какие-то предметы, связанные с основами православия, православной культуры, чтобы был выбор, чтобы никогда больше не было спецхрана. Я в свое время хотел попросить Коран, мне говорят, спецхрани. Отдел специального хранения, потому что получить разрешение, чтобы взять в руки священное писание. Сейчас, слава Богу, огромное количество религиозной литературы. Я вовсе не сторонник, чтобы был какой-то религиозный фанатизм. Все должно быть добровольно, но открыто должно быть, чтобы каждый мог приобрести икону, Библию, Коран, что ему выгодно, что ему нужно, чтобы преподавание шло тоже факультативно, свободно, никому не навязывать. И больше было бы выставок, потому что иконы, которые помогали нашим воинам побеждать в тот древний период, средневековье, в новое время. Это не просто выставка живописи. С этими иконами побеждали русские воины. И сегодня Донбасс у нас в крови. Там тоже, видимо, мы видим, как захватывают на Украине наши православные храмы. То есть борьба продолжается. И мы сегодня должны защитить и православный мир, и весь христианский мир. И одна из форм защиты – организация вот таких выставок. Спасибо комитету нашему по религиозным организациям, что он продолжает проводить подобные выставки. Представитель Сирии, сирийской земли, антиохийского патриархата, представитель антиохийского подворья, митрополит Нифон. Прошу вас. Владыка. Всех вас приветствую. Я представитель антиохийского патриарха при московском патриархе, но я ливанец, я не сириец. Но все равно Сирия и Ливан это для нас это одна страна. Спасибо, что вы меня пригласили на это мероприятие. Мне очень приятно слышать, как русский народ озабочен о христиане Ближнего Востока. Ведь наше представительство было открыто в 1848 году. Еще когда не было государства Люсии или Ливан. В Москве митрополит Филарет Дроздов, теперь святитель, открыл подворье антиохийской церкви, чтобы помочь бедная церковь Антиохии. Так что мы находимся в Москве в 1848 году. Нам очень приятно, как я вам сказал, что вы мысленно живете вот страдания нашего христианского народа на Востоке и русская церковь во главе со святейшим патриархом Кириллом, он действует по-разному, по политическому, по гуманитарному, чтобы помочь церкви там. Ведь эта опора русская была еще при, когда мы жили под Отоманской Лигой. Православные всегда опирались на Россию. Вот эта история повторяется. Ведь отношения России с Ближним Востоком были только через церковь. В 19 веке, на 19 веке. Мы не претендуем на манипуляции ваши отношения с нашим народом, там еще есть другие, кроме православных. Но мы считаем, что мы с вами в партнерстве. Самый близкий вам народ там на Востоке – это православные, в первую очередь. Уважая других, понимаете, люди, которые принадлежат другие религии. Спасибо вам, что эта опора еще есть и повторяется. И когда мой патриарх был здесь на столетии восстановления патриаршества, ощущал это, понимаете, через святейшего патриарха и через его превосходительство президента Путина. Спасибо вам. Я хочу сказать вам, что с моей стороны, что касается икон, то, что мне подарили в течение моего служения здесь в Москве, мне там в моем городе строили музей в этом году, и эти иконы, которые я приобрел, отдал все в музею, и эти иконы объединяют этого народа Ближнего Востока с Россией. Епископу Домодедовскому, викарию Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Иоанну.
глубоко уважаемые организаторы, участники выставки, все от лица его святейшества, святейшего патриарха Московской всея Руси Кирилла, приносим вам глубокую благодарность за организацию этой выставки. Она становится знаковым событием, открывающим традиционные рождественские встречи, рождественские чтения в Москве, международные, собирающие людей со всех концов буквально мира, потому что участники из других стран, где традиционно уже действуют православные приходы. И хочется отметить только, что в наше время это действительно свидетельство все более широкого общественного участия в сохранении и возрождении даже некогда утраченных святынь. Один только пример хочется привести, вот которого участником свидетелем совсем недавно я стал. Проект с очень таким знаковым названием «Общее дело». Проект по возрождению древних святынь, памятников деревянного зодчества Русского Севера. Этот проект зародился как вроде бы локальный такой очень эпизод в северо-восточном викариатстве, которым сейчас я управляю, по благословению святейшества. Но сейчас он уже перерос на общий российский масштаб. Участвуют не только уже москвичи, а люди из разных совершенно регионов, областей.